По факту аварии в Балахтинском районе возбуждено два уголовных дела. Первое на водителя автобуса Hyundai по статье нарушения правил дорожного движения, повлекшей гибель двух и более лиц. Предполагается, что именно он выехал на встречную полосу. Его взяли под арест на 2 месяца. Второе дело возбудили в отношении компании-перевозчика, которой принадлежал автобус. Это Красноярское общество с ограниченной ответственностью. Автоколонна 1967 «Восток». Следственный комитет считает, что они оказывали транспортные услуги, не соответствующие требованиям безопасности. Сейчас будут проводиться судебные экспертизы. Следователи также рассказали, что водитель Hyundai был опытным, много лет работал на рейсовых автобусах. Водитель – это житель города Красноярска, 59 лет. За последний год административных правонарушений у него, как у водителя, не было. Стаж у него достаточно большой. Рейсами он на рейсовых автобусах работает уже на протяжении нескольких лет. Второй водитель, житель города Лесосибирска, значит, индивидуальный предприниматель. На его счету, да, есть нарушения, административные правонарушения. Были опознаны все погибшие в дорожно-транспортном происшествии родственникам, была оказана психологическая помощь.